Добрый день! Это первая серия в проекте «Намедни в Академии». год. Санкт-Петербург. Академия танца Бориса Эйфмана. Наш учебный год. События, педагоги, явления, определившие наш образ жизни. То, без чего нас невозможно представить, а еще труднее понять. 2014 год. Главное событие сегодняшнего выпуска – День Учителя. В жизни Академии каждый день – это событие. Но сегодня это событие приобретает иные масштабы. Ваши уроки – прочный фундамент для нашего будущего. Мы желаем вам новых побед и успехов! Уважаемый Денис Валентинович, ваш педагогический талант позволяет преодолевать закон тяготения, когда мы взлетаем в воздух. Спасибо за чуткое руководство. Ваши труды не напрасны. Мы вас очень любим! Дорогая Римма Анатольевна, от всей души желаем вам лепить из нас дворцов искусства. Артисту 21 века недостаточно безупречно делать жете антурнан и гран-пируэт. Артист балета должен реально представлять свой гастрольный график, то есть знать географию и английский язык. Математика необходима при подсчете гонораров. Не зная литературы и истории, не сыграть в балетах Эйфмана. Решаем уравнение по математике. Записывайте. Большой педагогический опыт плюс знание математики в совершенстве равно решение всех проблем. За вычетом головная боль. Я знаю. Поречная Елена Анатольевна! Лариса Николаевна, вы поведали нам о таинствах музыкального письма. Благодаря вам мы знаем, что такое четвертные, восьмушки, мецефорте и фортиссимо. Дорогая наша Валентина Ивановна, ваши уроки проходят очень интересно и познавательно. Желаем вам бесконечной энергии, в сумме хорошего настроения. Ребята, прозвенел звонок, и начинается наш урок истории. Долгое время ученые не знали о том, что среди обычных с виду учеников были искусные танцовщики хип-хопа и будущие артисты балета. И все мы поздравляем учителя истории Галину Петровну! С удовольствием!
детстве мы плаваем в бассейне и не боимся утонуть благодаря Татьяне Михайловне. Великой страсти не имея, для звуков жизни не щадить, не можем ямбу от хорея, как вы не бились, отличить. Но выучим мы без греха архитектонику стиха. Мастера большого спорта учат рыцарству других. Павел Викторович, посмотрите, чему вы нас научили. Лариса Сергеевна, какой великолепный шпагат. А еще мы многому научились у Евгения Михайловича. Dear Лилия Владимировна, I am happy you are a teacher. Thanks for all you do. You make a learning easy. Your lessons are fun too. Dear Наталья Алексеевна, for teaching children lessons to help us grow. Let this gift remind you. We love you so much! Дорогие Елизавета Евгеньевна и Мария Евгеньевна, ритмопластика – это ритм и пластика. Спасибо вам за ваши интересные, нужные, веселые и нужные уроки. Воцарился на всей территории Академии. Гагаринский ураган сегодня обходит Академию стороной, что свидетельствует о хорошем уровне творческой активности. На территории спортивных дисциплин ожидаются осадки в виде успеха в выполнении новых трюков. Ну и в завершении нашего выпуска передаю слово Эдуарду Гладилову. Это был один день на медне в Академии, и он еще не закончился.